Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино, и сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Старушки в бегах». Сюжет сериала «Старушки в бегах» второй сезон. Продолжение лирической комедии о трех закадычных подругах Зине, Лиде и Катерине, которые решили на пенсии пожить для себя, сбежали от своих взрослых детей и отправились в путешествие по стране. В новом сезоне совсем еще молодым старушкам придется столкнуться с проблемой посерьезнее. На этот раз в бега ударились мужчины, однако подруги точно знают, что под лежачий камень вода не течет, и отправляются в новое путешествие на старенькой синей Волге. «Старушки в бегах» второй сезон содержания. Шестая серия. После провальных попыток Лиды и Дины помириться с Игнатом и Андреем, и неудачи Зины, не сумевшей уговорить Мишу вернуться к Лене, расстроенные женщины решают отправиться домой. Однако, когда они утром с чемоданами выходят из гостиницы, то понимают, что их Волгу угнали. Все улики указывают на сыновей Игната, неотступно следящих за Лидой и компанией. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.